Одно из протокольных поручений – организовать разъясняющую встречу по мусорной реформе. Круглый стол прошел, поручение сняли с повестки. Однако даже депутаты за 3 часа обсуждений не успели задать вопросы. Виктор Чайкин отправил депутатский запрос региональному оператору. Кто еще участвовал в конкурсе, есть ли лицензия, почему такие тарифы? Особенно удивила цифра о зарплате для 100 сотрудников «Югра-экология». Я попросил калькуляцию, как она составлялась, какие нормативные документы были в нее заложены. Что такое калькуляция? Это основное, где учитываются затраты, доходы и, самое главное, плановая рентабельность. Я пример могу привести. У нас банк в прошлый год сработал, у нас рентабельность 3,7%. А если у средняя зарплата, как они озвучили, 96 тысяч, ну это раза в 2 как минимум больше, чем у нас, да, мне просто это... Не просто, это не простое любопытство, а хочу обоснования. Как реализуется программа управления муниципальным имуществом, изменения в структуре Департамента градостроительства и земельных отношений, еще один вопрос касается предписания счетной палаты о размерах отчисления прибыли в бюджет от муниципальных унитарных предприятий. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции. Норматив отчисления части прибыли устанавливается в размере 25% от чистой прибыли, полученной предприятием за отчетный период, оставшийся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Депутат Рафаэль Галеев поинтересовался, как скажется эта мера на данных предприятиях, а это универсал-сервис, школьное питание и реквием. Мы вносим изменения. В какую ситуацию придет это вот непосредственно тот же реквием? А сможет он вообще после этого решения исполнять свои функции? Решение определяет размер от прибыли. То есть, если у реквиема нет прибыли, то его это, в принципе, даже по сути дела, да, то есть может не коснуться. В итоге депутаты проголосовали за все 8 пунктов повестки. Окончательное утверждение вопросов пройдет на заседании Думы 24 апреля. Наталья Платонова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».